1998 году. Абхай, фактически они оккупированы были с 1993 года, 1992 года, Южная Осетия, Абхазия. Просто это официально уже было названо Российско-Грузинской войной и уже как оккупированная территория, как независимая страна. И очень интересно вот именно вот то, что вот что происходит вот в так называемых независимых странах, которые признали 4 государства на этом этапе, да? И вот как вот, вот поэтому идет соревнование успешно, знаете, оккупированная территория, есть неоккупированная территория, вот Грузия, например, да? Очень важно и в плане масс-медиа. Конечно, сейчас это элементарно, что когда оккупированная территория, о какой свободе прессы можно говорить. И даже были случаи, когда ваши журналисты приехали недавно после крымских событий, интересовалось, что происходит до этого уже оккупированного Абхазии. Естественно, их там выгнали, арестовали и так далее, и так далее. Ну, конечно, так и так будет происходить, но в плане изучения это очень важный момент. Понимаете, особенно для нас, для Молдовы, для Приднестровья, для Украины сейчас. Это очень важный элемент. Спасибо.